В нынешние президентские выборы отдать свой голос за того или иного кандидата можно двумя способами – с помощью электронного голосования или очно. На территории Ленинского округа открыто 72 избирательных участка. Кроме того, по округу курсирует 21 автобус для голосования в удаленных поселениях. Глава муниципалитета Станислав Катаров уже в первый день голосования нашел окно в плотном рабочем графике и посетил участок под номером 3621, расположенный в помещении Видновской детской школы искусств. Ему даже пришлось постоять в очереди, ожидая, пока свой бюллетень для голосования получит один из посетителей. Ленинский городской округ традиционно активен, и сегодня мы видим активность в голосовании наших жителей. Это очень здорово, когда действительно искренне жители приходят, голосуют и выбирают свое будущее. Поэтому все, кто еще не проголосовал, я призываю приходить на избирательные участки. Обязательно приходите всей семьей и принимайте участие в голосовании. Выбирайте будущее России. Процесс на избирательных участках устроен таким образом, что посетитель проводит здесь не более 3-4 минут. Но Станиславу Катарову пришлось задержаться подольше. Узнав главу Ленинского городского округа, местные жители с удовольствием делились с ним своими эмоциями. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.